Утро рабочего дня. Село Старый Буян. Коллектив губернии высадился на территории школы-интерната. Здесь нас ждала детвора во главе с педагогом по сельскохозяйственному труду. Какая радость и детям, и мы обновляем свой сад, который вымерз. Это же прекрасно просто. Жизнь продолжается. Акция «10 добрых дел» в честь юбилея губернии перемещается из района в район. Шаг третий. Вместе с воспитанниками школы-интерната мы закладываем плодовый сад. Отменный посадочный материал – 25 саженцев яблони и слив – выделили наши постоянные партнеры – компания «Нектар». Кроме того, крупнейшие производители натурального сока в Поволжье угостили старобуянских детишек своей продукцией. Группа компаний полного цикла. Мы занимаемся как селекцией саженцев, выращиваем их из семечки, так и полностью выращиванием садов. Наши сады расположены также в Кошелевом посаде и в Приволжье, рядом с заповедником Самарская Лука. Из яблок собственных садов мы делаем вкусные натуральные соки Ворский посад, которые с удовольствием продаем нашим самарцам. Подробный инструктаж опытного агронома по посадке саженцев и за дело. Журналисты, кто каждый день работает в полях, а также бойцы невидимого телефронта, инженеры выпуска, бухгалтеры, менеджеры, ведущие новостей, вживаются в роль садоводов-любителей. Как выяснилось, нам есть чему поучиться у сельской детворы. Я поняла, что они знают больше, чем я, и это прекрасно. Они уже не первый год сажают деревья. Значит, эти саженцы приживутся и будут востребованы. Может быть, наш пример станет заразительным, и наши телезрители тоже присоединятся к нашему проекту «10 добрых дел» от телеканала «Губерния». И тогда наша жизнь станет как цветущий яблоневый сад. В теле и радиоэфире мы еженедельно рассказываем о том, как превратить самарскую землю в цветущий сад и плодородную ниву. В радиоэфир по средам и субботам выходит программа «Увлеченные дачники». В телеэфире программа «Агрокурьер» рассказывает о буднях и праздниках самарских аграриев. Программа «Удачные заметки» продолжит следить за ростом и развитием этого молодого плодового сада. Мы обязательно приедем сюда осенью для того, чтобы рассказать, как подготовить сад к зимовке. Марафон «10 добрых дел» от ТРК «Губерния» продолжается. Какая акция станет следующей, узнаем совсем скоро. О том, как грамотно высадить саженец яблони, смотрите в программе «Удачные заметки» во вторник в 18:35. Марина Баркова, Андрей Авдеев, «Новости Губернии».